Всем привет! Хочу показать, какая прекрасная природа находится в 2 минутах ходьбы от нашего дома. Сейчас здесь поставили знак, он где-то будет до мая, до июня месяца стоять, так как сейчас очень опасно туда заходить вглубь, могут сыпаться камни. А так обычно дети прямо вот здесь в воде летом босиком могут спокойно ходить.